круглые отличники, курские ракетчики вернулись с учений, которые на протяжении 2 месяцев проходили на полигоне Капустин-Яр, что в Астраханской области. За боевые стрельбы и тактические действия куряне получили высшие оценки. Александр Юров узнал, с какими сложностями пришлось столкнуться бригаде. По старой традиции их встречают цветами под звуки оркестра. Обратная дорога заняла 5 дней, и почти 2 месяца они не видели родных и близких. Возвращаются настоящими героями. Таких результатов в курской бригаде еще не было. Результат бригада получила наивысший среди всех ракетных бригад вооруженных сил сухопутных войск. Оценку «отлично» за тактические действия и оценку «отлично» за боевой пуск. В ходе определения точности попадания специалистами 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск, где было выявлено отклонение по дальности 7 метров и удаление 20 метров, что является сверх выше оценки «отлично». Стреляли ракетчики на расстояние 54 километра, поэтому такая точность просто феноменальна. В соперниках еще 5 бригад. Куряне превзошли всех. Учения были более приближены к боевым. Поэтому, то есть, это все, то есть, разворачивание машины, связь, организация связи, то же самое, рытье окопов, то есть, все на большом таком уровне, серьезном все происходило, что приходилось где-то попотеть, где-то через себя даже, можно сказать, что переступить. Сыграло свою роль и то, что курская бригада вот уже 2-й год комплектуется исключительно контрактниками. Люди подготовлены, обучены, полевые условия не пугают никого. Условия у нас были развиты довольно-таки на хорошем уровне. Единственное, что нам немного мешало, это климатические условия. Была запредельно жаркие температуры, такие как 45 градусов, 50, в палатках еще более. Техника связи, применительно к нашему подразделению, работала на запредельных температурах, но справилась с поставленной задачей. Связь была устойчивая, непрерывная. Высочайшего результата удалось добиться и благодаря слаженной работе людей и техники. Сейчас заслуженный отдых. Первое желание сейчас какое? Первое желание – это поскорее попасть домой и обнять любимую жену. Александр Юров, Андрей Дегтярев, телеканал «7».